вечерней Алане, вот Мэтт за моей спиной в светлом месте решил включиться. Смотрите, время сейчас без 15:11. Я вот снимал видео днем, сегодня замечательные места, несколько частей выйдет, не пропустите. Посмотрите первую часть, кто не видел, на въезде в Аланию, много всего интересного я там показываю. И было тепло, ну, на солнце просто супер целый день. Сейчас вот, когда время я вам уже озвучил, сейчас сколько, очень-очень холодно. И ветер, может быть, если бы не было ветра, может, оно не было бы так холодно. Короче, очень, просто очень холодно. Я реально натянул капюшон на себя и шел сейчас. У меня действительно мерзнут руки, и у меня где-то перчатки валяются кожаные без пальцев, спецназовские. И я теперь буду искать, куда я их закинул, я буду их одевать вечером. Потому что, ну, просто реально, ну, понятно, что оно не может быть сейчас, честно, я сейчас не знаю, сколько градусов, но минимум 10, ниже просто не может быть. Либо 10, либо 11, но по ощущениям, такое впечатление, что я сейчас в Херсоне, на улице всего плюс 2, вот по ощущениям. Потому что я одет, в принципе, ну, не считая того, что нет шапки и перчаток на мне, я одет, в принципе, можно сказать, по херсонской зиме я одет. То есть так я ходил в Херсоне, в том, в чем я сейчас. Нет, ноги не мерзнут, мерзнет лицо просто некомфортно. И реально мерзнут руки. Вот самому смешно. К чему я это? Те, кто едет сейчас сюда, люди, вы не смотрите, что если я только днем делаю видео, хвалю, говорю, как тепло, классно. Если вы планируете гулять вечером, уже в 6-7 вечера может быть совсем не такая погода, как днем. То есть погода может быть абсолютно разная. По ощущениям это может быть плюс 5 и плюс 25 практически, поверьте мне. Поэтому берите обязательно теплые вещи с собой, кто едет в январе, в феврале в Аланию. В Анталию даже, неважно, в Аланию или куда-то еще, в Анталию, скажем так. И гуляйте вечером, наслаждайтесь, но только не мерзнете. Все, всем хорошего отдыха, друзья. Я надеюсь, что этот ветер, который сейчас наденули, надеюсь, что он не натянет дождей, потому что, ну, не должно было быть еще дождей в ближайшие 2 дня, как минимум. Ну, а там посмотрим точные прогнозы, что будет завтра днем, это вы уже узнаете завтра. Еще раз повторяю, не пропустите замечательные видео, которые я сегодня наснимал, они будут сегодня ночью, будут завтра утром выставляться. Там много всего интересного. Вот, а сейчас всем спокойной ночи на такой вот спальной обстановке. Прощаюсь с вами. Нет, давайте на вот такой вот кровати, о которой я бы, наверное, мечтал в своем детстве, если бы они были. Но поскольку в моем детстве таких кроватей не было, я не мог о них мечтать, конечно же. Но я и сейчас бы от такой не отказался, если честно. Только чуть подлиннее, наверное, она должна быть. Все, привет всем из вечерней Алании, пока.